В этом году 8 класс очень маленький, всего 5 человек. Но за это полугодие мы познакомились с биографией Александра Сергеевича Пушкина и некоторыми его произведениями. Тема нашего проекта – «Мой Пушкин». Мой проект был посвящен прекрасному всем известному произведению Пушкина – Евгений Онегин. Мой проект о любимых сказках Пушкина. Я написала о жизни Пушкина и о его друзей, с кем он учился в лицее. Я написала проект о жизни Пушкина и его биографии. А сейчас Ксюша и я расскажем стихотворение «Узник», которое посвящено свободе. Сижу за решеткой в темнице сырой, скорабленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мной задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: давай улетим! Мы вольные птицы, пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем, лишь ветер да я.